Всем привет! В данном видео я покажу вам, как вязать базовую шапочку. Это будет краткий обзор. Вяжу я сейчас шапку из вот такой вот шерстяной пряжи. Мне она очень понравилась. Merino Gold. В 100 граммах 400 метров. Так, если кому-то нравится такой вот цвет, это вот цвет 009. Турецкая пряжа. Вяжу я в две нити, она очень приятная. Здесь 60% это идет мерино шерсть, мериносовая шерсть, и 40% добавлен акрил. Сейчас я связала на спицах 3,5 в две нити. Вот. Я набирала 80 петель. Плюс одну петлю для соединения кругового вязания. Я вязала полотно резинкой 2×2, высоту 26 сантиметров. То есть постоянно вот 2 лицевые, 2 изнаночные, вязание по кругу. Поэтому я полный этот обзор не буду вам показывать, как вяжется лицевая и изнаночная петля. Будет у меня шапка с отворотом и с таким вот помпоном красивым. Зайчик серенький. И я вам покажу, как красиво сделать макушку данной шапки. Как у нас все получится. Так, провязав 26 сантиметров резинкой, то есть просто прямое полотно у вас, вязание по кругу. Теперь будем делать убавки петель. Первый ряд убавок. Так, провязываем сперва 2 лицевые петли, так как мы их и провязывали. И у нас идут 2 изнаночные. В первом ряду сокращаем 2 изнаночные петли. Я ранее провязывала вот изнаночную за заднюю стенку. Для того, чтобы нам 2 вместе провязать. Я их беру. Провязали 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Как провязывали, так и вяжем. 2 лицевые петли и изнаночные. Снова 2 лицевые петли. И 2 изнаночные вместе. Так мы вяжем до конца ряда, убавляя по одной петле. Вот провязываем 2 изнаночные вместе. Мы подходим к завершению ряда. Можно было отмечать маркером, но я и так вижу, что здесь уже было у нас соединение. Значит, сокращение петель. Значит, провязываем еще 2 лицевые и 2 изнаночные вместе изнаночной. Далее следующий ряд. Нам надо один ряд провязать теперь как лежат петли. То есть первый ряд делали убавку, второй ряд никаких убавок мы не делаем, а провязываем так, как лежат петли, для того, чтобы плавно закрыть макушечку. Видите, у нас незаметно ушло сокращение петель. Третий ряд. Провязываем снова сокращение. Одну лицевую. Следующая у нас по узору идет одна лицевая, одна изнаночная. Мы их вместе провязываем лицевой за переднюю стенку.
Дальше 1 лицевая и 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Таким образом, мы выйдем только на лицевые петли. У нас изнаночных после данного ряда не останется. Все будут лицевые. Вот таким образом у нас получается сокращение петель выглядит. Закончила третий ряд. У нас получается, что петли убавились в 2 раза. Четвертый ряд нам нужно провязать. Теперь весь ряд лицевыми. Провязали еще один ряд. Вот наше сокращение. Будем выполнять снова сокращение каждую вторую петельку. Провязываем попарно 2 лицевые вместе, лицевой за переднюю стенку. Затянула петли. Оп, протянула. Сокращаем еще в 2 раза объем наших петель на макушке. Провязала. Вот таким образом у нас сейчас выглядит макушечка. И все. На этом наши убавки закончились. Необходимо обрезать нить, взять иголку и будем стягивать нашу макушку. Когда протянули, можно уже снимать со спицы. Вытянула спицу. Вот смотрите, все наши петли. Теперь нам нужно их как можно плотнее затянуть. Вот. Можно продеть второй круг, чтобы было плотнее, надежнее. Я сейчас вам главный смысл хочу показать. Отворот. Я в этой модели не фиксировала отворот шапки. У меня будет по мере надобности, могу его менять шире. Получаю вот такую вот красивую макушечку. Видите, очень аккуратно сошлись все наши ряды. Важно сейчас хорошо затянуть. После возьмем, пришьем помпон. И у нас получится вот такая вот отличная шапочка.
Теперь осталось выполнить ВТО для данной шапочки. И можно одевать и носить. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось такое краткое описание процесса, ставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем желаю ровных петелечек.